Всем привет! Я блогер из Неаполя, меня зовут Татьяна. И сегодня я хочу вам рассказать, как можно пересечь границу из Украины в Италию. Я знаю всего лишь два способа. Вы выберете, какой вам будет удобен. И, естественно, дам некоторые рекомендации для того, чтобы вы как можно это безопаснее сделали. Итак, первый способ. Если вы пересекаете границу с помощью биометрического паспорта самостоятельно, и у вас, допустим, в Неаполе, где я живу, есть знакомые, которые вас ждут, встретят или которым вы едете в гости, тогда это вообще идеальный вариант. Вы из Украины, из Киева приобретаете билет на автобус или на самолет, есть прямые рейсы из Киева в Неаполь, и точно так же на автобусе. Но автобус едет дольше, около суток по времени, самолет летит быстрее, конечно же. При этом у вас обязательно должна быть с собой определенная сумма денег, иначе вас не пропустят через границу. Естественно, цель вашего визита вы должны понимать, куда вы едете, там погостить или просто остановиться, если вы едете как турист, то лучше, если у вас с собой будет какая-то забронированная, допустим, комната или гостиница, какая-нибудь выписочка о том, что вы туда едете и вам есть где остановиться. Если это знакомый друг, то, конечно же, хорошо, если он там находится легально, а не нелегально, и может подтвердить, что вы едете к нему. Но если даже такого друга нет, то вы можете осуществить переезд с помощью энной суммы денег, наличие биометрического паспорта, пройти контроль в Украине, и в Неаполе вас встречат. Есть еще другой способ, очень распространенный среди наших своячников. Это перевозка через мини-такие бусы и специальные случаях, о которых я сегодня рассказываю, чтобы вы точно знали. Пересечение границы является незаконным. Почему? Потому что по биометрическому паспорту вы не имеете права работать в Италии. Вы можете только приезжать как турист. Это первое. Если вы едете в Италию по польской визе рабочей, у вас на руках вызов из Польши от работодателя. И вопрос, какого черта вы едете в Италию после Польши, ну, это нормальный вопрос. Поэтому вы должны понимать, что вы делаете, как вы делаете и что вам нужно отвечать в той или иной ситуации, когда вы будете уже находиться за границей. Пока я с вами общаюсь, у меня здесь красота. Сейчас покажу. Как правило, для того, чтобы осуществить вам перевозку этим минибусом, они предлагают уже услуги по оформлению визы. Если это будет польская виза, то повезут вас, чтобы вы понимали, соответственно, через Польшу. Если это литовская виза, то везти вас будут через Литву и вот через какой-то там круг. И, естественно, они предлагают заработать на визе через эти страны. Берут на себя, так сказать, обязательства по вашей транспортировке в Италию, потом попутно вам еще предложат работу и проживание, в общем-то, расскажут, какие цены бывают смешные. Ну, в общем-то, все это, знаете, на 50% надо разделить или умножить, я уже не знаю как. Вот, значит, если вас везут на таком мини-автобусе, то, как правило, вас забирают в Украине и приводят в определенное место, ну, будем рассматривать Неаполь, да, вы едете, допустим, из Львова и прям в Неаполь. Тогда вас забирают из Львова в определенном месте, отвечают за вашу транспортировку через границу. Здесь вы, конечно же, должны понимать, что если какие-то сложности случатся в перевозке, то вы должны при себе иметь денежки для того, чтобы с вашего кармана эти, значит, непредвиденные обстоятельства были уплочены, потому что, как правило, эти мини-автобусы везут с собой контрабанду разную в виде сигарет или еще чего-то. И когда их начинают трясти на границе и что-то там случается, то потом вместе с найденной контрабандой начинают трясти всех пассажиров и придалбываться каждой визе, каждому крючочку, каждому там запятой. И, естественно, и за чей счет этот перевозчик будет себе штрафы платить, конечно же, он знает, что у меня сидит там какая-то Дуся, Люся, вот, и у нее не совсем в порядке какие-то там документы, и с нее можно что-то там иметь. Вот, поэтому ваши
расходы при проезде вместе с этими людьми могут существенно измениться, причем в самую непредвиденную сторону. И у вас должны быть с собой запас каких-то средств для того, чтобы нормально доехать. Вот. А на сегодня у меня все. Встретимся в следующий раз. С вами была я, Татьяна из Неаполя. Подписывайтесь на мой канал.